Рада вас приветствовать в лектории Музея современного искусства ⁇ Гараж ⁇ Сегодня у нас уже четвертая лекция, и в этот раз она будет про Эрика Гонарда Эспланда, вот, вдохновителя Вала Алта, подготовленный э, а, Анной Броновицкой. Вот, э, э, пожалуйста, у кого есть мобильные телефоны, не, не, не стесняйтесь использовать их для заметок, но, пожалуйста, переведите их в беззвучный режим. Спасибо большое. Вот, микрофоны после лекции будут находиться как в левой, так и в правой части зала. Спасибо большое. Анна, ваше слово. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Привет тем, кто слушает у компьютеров. Когда я пыталась выяснить, что собой представляет наш сегодняшний герой как человек, но главное, что я смогла узнать, это то, что он не был нарциссом. То есть даже не только по сравнению с Корбюзье, но и по сравнению, я думаю, с любым другим крупным архитектором 20 века. Наверное, скандинавская сдержанность не совсем миф. Никаких семейных фотографий, никаких личных писем в публичном доступе нет, а может быть и не было вообще. Дневники — только путевые заметки по делу. Ну и вот самые ранние фотографии Гоннарда Аспланда, который есть в публичном поле, это вот эти. То есть в 910 году ему 25 лет. Ну, он, в общем, он ровесник вот этого первого поколения. Да? Ну, там, на два года моложе Гропеус, ровесник Корбезье, ну вот где-то так. И это фотография, где он такой юный щеголь, она сделана во время поездки в Германию, Брюссель, такой первой зарубежной архитектурной поездки. Вторая фотография, ну не то чтобы совсем свадебная, но тут он своей молодой женой в 18 году, он женился на Герде Селман, сестре своего соученика по политехническому институту в Стокгольме, и эта женщина станет матерью четверых его детей. Все остальные портреты совершенно очевидно такие официальные. На них запечатлен архитектор, мыслитель об архитектуре, и он дальше везде очень серьезный, очень серьезный. Вот посмотрите, вот какой он веселый здесь, и какой он грустный даже на следующей фотографии. Вот эта семейная жизнь очень быстро столкнулась с трагедией. В 2020 году первый э, ребенок Гонора и э, Герды умер от воспаления легких, но в 2020 году, там, несмотря на то, что Швеция не участвовала в Первой мировой войне, все равно, естественно, жизнь была очень тяжелая и э, всем было плохо. И э, после этого э, вот эта Герда, которая здесь такая милая и влюбленная, она погрузилась в религию и в конце концов стала просто религиозным фанатиком она примкнула к пятидесятникам и в общем жизнь с ней стала в какой-то момент невозможной ну, или долго была весьма мучительной значит человек какой у него был убежище у него была работа вот здесь показано его бюро, которое, как вы видите, находилось, по-видимому, в обыкновенной квартире, в многоквартирном доме. Никогда там не было много сотрудников, не больше десяти, а обычно около пяти. И они все работали по очень жесткому расписанию. Рабочий день начинался ровно в 8 утра. В, 16 часов был перерыв на обед, который длился 4 часа, а дальше с 20 до 24 все снова работали. Все, естественно, включая самого главу бюро, который контролировал абсолютно все, то есть остальные делали ну, какие-то иногда презентационные рисунки, естественно, технические чертежи, но все абсолютно даже самые мелкие детали решал лично Асплант, и вот здесь, на фотографии 1931 года, он а, представлен новой для себя роли как профессор а, Политехнического института, а, при, профессор, естественно, архитектурного отделения. И он в этот момент берет на себя роль а, внедрить современную архитектуру, модернизм в Швецию. И вид у него достаточно безумный. Да? То есть человек жил в огромном напряжении, эмоциональном и физическом тоже, и умер 55 лет от инфаркта. По этой причине, ну, начал он тоже не очень рано, потому что Швеция все-таки такая окраина Европы, там было немножко труднее созреть. И количество того, что он сделал, оно не, не чрезвычайно велико, но все-таки несмотря на то, что он как бы находился в стране от основных потоков развития современной архитектуры, он попал в историю, ну, как минимум, вот в любые вот эти нарративы архитектуры XX века. Асплунд попал как создатель самого прекрасного кладбища в мире, и это большая заслуга. Как человек, который был не только архитектором, но и главным куратором стокгольмской выставки 30-го года, которая открыла Скандинавии модернизм, современную архитектуру, современный дизайн. И, возможно, как автор замечательного здания Стокгольмской библиотеки. Ну, этим делом не исчерпываю. Значит, возвращаясь к биографии, профессиональное образование, он начал как вообще все шведские архитекторы. Вообще, он уроженец Стокгольма, всю жизнь жил в Стокгольме, в центре, там, ну, в какой-то момент, семьей за городом, но тем не менее он не просто швед, он стокгольмец. Значит, как было положено? Значит, начал он архитектурное образование в техническом институте. Но вот этот кампус, который вы видите на фотографии, построили уже после того, как он закончил, но построил один из его учителей. Это, собственно, вот такой архитектуре его обучали. Естественно, архитектурное отделение в техническом институте, оно существует параллельно да, с строительством железных дорог, параллельно с ну, как бы, нормальной такой инженерии, не только строительной. И после получения диплома технического института нужно было еще учиться в Академии художеств, прежде чем приступить к архитектурной практике, если люди не ограничивали себя ну, созданием какой-то технической инфраструктуры или технической работой в чужих бюро. А Академия художеств... Но это Академия художества. Они, в общем-то, примерно во всем, во всем мире одинаковы. И в начале XX века, да, еще и в конце XIX, воспринимались большинством студентов как глубоко консервативные, невыносимо консервативные учебные заведения. В общем, год он там проучился и ушел вместе с группой м, товарищей. Они, буквально несколько человек, решили, что они будут учиться независимо, откроют свою школу. Я совершенно не понимаю, как это было устроено экономически. Да, инициатива происходила не от профессоров, а именно от студентов. Но они уговорили лучших архитекторов, наиболее прогрессивных, наиболее интересных для них и в Швеции вообще раз в неделю приходить с ними заниматься по вечерам. Ну, вот, например, таких архитекторов. Я просто покажу сейчас примеры той архитектуры, на которую... Астонты ориентировался изначально. Это то, что называется архитектурой национального романтизма, но в таком модернизированном варианте, то есть без большого количества декора. Ну, в Швеции, кстати, вот такой как бы, цветущий северный модерн, как в Финляндии, не очень-то распространился. Действительно, там ценили такую строгую архитектуру. А вот Карл Вестман очень важный архитектор, согласился их учить. Регнер Асбург, который потом построил э, ратушу стокгольмскую, э, и Карл Бергстен. Ну вот это может быть такая более э, образная архитектура, но тем не менее э, весьма интересная, как бы кубистически, да, по своему объемному решению. И еще очень важный фактор ⁇ это интерес к народной архитектуре. Швеция вообще весь XIX век занималась поисками национальной идентичности, да, они там в начале столетия потеряли Финляндию, и нация как бы оплакивала потерю Финляндии, потом Норвегия разорвала, да, вот этот монархический конкордат, так что, значит, Швеция вот осталась сама по себе, нужно было понять, что же они такие без, без Финляндии и без Норвегии, и так же, как в, ну, в, общем -то, в большинстве европейских стран шел вот этот поиск народной архитектуры, но в Швеции он привел к очень необычному решению. Там был создан первый в мире музей под открытым небом, куда стали перевозить крестьянские преимущественно постройки из разных частей Швеции, причем там принципиально воспроизводился образ жизни, то есть там жили нанятые актеры, ну собственно, наверное, крестьяне из тех местностей, которые должны были носить традиционную одежду и заниматься традиционными ремеслами по этому образцу, потом пытались, скажем, в Кусково, не в Кусково, в Коломенском у нас создать музей деревянной архитектуры, ну и вообще вот эта концепция потом распространилась по миру, и вот это внимание к совершенно простой вернукулярной архитектуре, оно было очень важно для шведских архитекторов именно рубежа XIX и XX веков. И Асплунд в годы учебы и будучи молодым архитектором еще довольно много ездил по стране и смотрел, как в деталях сделана эта архитектура, как она функционирует и как она взаимодействует с пейзажем. В 1910 году он совершил свое первое такое зарубежное путешествие. На самом деле он получил в Техническом институте грант на поездку в Германию и Бельгию. Его туда отправили для того, чтобы он изучил возможность применения бетона в облицовке зданий. Вот такой был целенаправленный грант. Вместо этого, ну, то есть он, вместо этого он смотрел историческую архитектуру в большом количестве, сделал очень много зарисовок, часть из них вот так настолько проработанных, часть обычных карандашных набросков. Он потом написал статью о применении бетона в облицовских зданий с выводом, что вообще-то это не очень хорошо. Но вот любопытно, что он даже вот в таких путевых заметках старается фиксировать цвет. И в конце 1913 года он, уже начав работать как архитектор в городском архитектурном управлении, он заработал сколько-то денег. На самом деле достаточно денег для того, чтобы на полгода отправиться в Европу он явно, то есть принципиально считал, что для завершения архитектурного образования нужен этот грантур. Ну, это он не так придумал, потому что тем, кто нормально бы закончил Академию художеств, да, и хорошо учился, им полагалась такая командировка. Вот он ее устроил сам. И поехал сначала в Париж, где ему страшно не понравилось. И большую часть этой своей поездки провел в Италии, в Риме, потом на юге на Сицилии также посетил Неаполь, Пестом, Помпеи, конечно же, и потом города северной Италии, ну и и, и Флоренцию, конечно, но закончил в где смотрел Палладию и Венеции. И тоже огромное количество изобразительного материала осталось от этой поездки, и цветные листы, и карандашные, и фотографии, которые он фиксировал. То есть он именно тренировал себя да, в понимании архитектуры, в анализе того, как эта архитектура связана с жизнью и довольно... тут как раз сохранился его путевой дневник, и очень интересно, что он описывает людей, он описывает городские праздники, и он фиксирует цвета. То есть это три года спустя, после того, как Корбюзье отправился в свой средиземноморский вояж, да, и Корбюзье что видит? Белые коробочки. А Асплунд везде видит цвет, и везде, кроме вот этой вот каменной основы, он еще видит краски, он видит ткани, он видит людей, которые это населяют, то есть у него совершенно другое восприятие. Но, правда, в отличие от Корбезье, он не попал, собственно, в Грецию, на греческие острова, и в Тунис он еще выехал ненадолго. Вот такие довольно подробные зарисовки в огромном количестве. Значит, когда при, приехал он, вернулся он в июне 1914 года, такое прекрасное время, успел. И когда началась война, естественно, все остановилось не сразу, тем более, что Швеция, как мы знаем, не была непосредственно. Вот, но все-таки первый заказ, который он получил, выиграв конкурс, это э, заказ на лесное кладбище в Стокгольме. Вот та фотография, тот пейзаж, который вы видите на фотографии сейчас, это было сделано уже в конце 30-х годов э, Аспландом и Сигурдом Леверенсом, который там занимался в основном ландшафтными решениями. В начале 2015 -го года вот этот конкурс, который был объявлен как международный, он, конечно, стал гораздо менее международным, чем задумывался, потому что война, да? большинство участников были шведами, и на их фоне, на фоне тех, кто значит, чрезвычайно выделялось предложение Аспланда и Леверенса. В чем вообще была задача? Естественно, это время, рост городов, в Швеции тоже была довольно бурная урбанизация в конце XIX века, Значит, кладбище, во-первых, переполненное, во-вторых, городские власти чрезвычайно были обеспокоены архитектурной анархией на кладбищах, что каждая семья по своему вкусу делает надгробие, строит склепы, и это как-то было совершенно в разрез к с тем как бы представлением о том как должны развиваться города ландшафты и даже кладбище и вторая тема которая в это время тоже чрезвычайно актуальна это а, кремация да, в ну, мы прекрасно помним, да, что, ну, скажем, в 20-е годы, насколько в Советском Союзе это была актуальная тема, в том числе и архитектурно, в протестантской Швеции к таким вещам относились проще, и общество сторонников кремации были активны уже в начале 20 века, и вот этот конкурс был направлен на то, чтобы создать кладбище нового типа, во-первых, которое будет представлять собой некий цельный пейзаж, некий цельный архитектурный ландшафт, где архитектурные элементы будут существовать в гармонии с природой, и где вот будет, будут внедрены какие-то новые ритуалы, как... Может быть организовано прощание в случае огненного погребения, как людям помочь справиться с горем и как не сделать вот это вот практическое решение избавления от тела, но ну, каким-то циничным что ли, да? Вот как это возместить? задача действительно очень глубокая, очень серьезная и очень художественная. Вот о чем я еще должна была сказать в самом начале. Значит, отец Астонда был таможенный чиновник. Да, ну, то есть, видимо, образованный, достаточно обеспеченный человек, но не связанный с искусством никак. А Эрик Гуннер хотел быть художником. Он замечательно рисовал и мечтал быть художником, но отец сказал, что тебе нужна практическая профессия, ты будешь архитектором. На мой взгляд, в результате Асплан стал художником, для которого архитектура это медиа. Да? Он не очень много занимался возможностями новых технологий, не очень не брал какие-то сложные программы но абсолютно владея вот этим вот ремеслом архитектурным, да, он брался за очень важные и нетривиальные художественные задачи. И вот это кладбище это действительно произведение искусства, которое осуществлялось на протяжении, сколько получается, 25 лет. Проект очень сильно изменился за это время, но суть его осталась то, что сохраняется в большом количестве лес, и то, что создается ландшафт, путь, по которому гармонизирует человека, да, что вы можете, бросив взгляд на холм, получить облегчение от своего горя. Или когда вы приходите навещать могилы близких, природа помогает вам пережить потерю. И вот там возник этот дуэт с Леверенсом. Они вместе учились вот в этой школе, да. То есть Леверенс был тоже одним из тех, кто откололся от академии художеств. И на первом этапе они начали делать ландшафт и построили две капеллы каждой. Капыли. Вот сначала покажу Леверенца, да, то есть вы видите абсолютно классические формы, только портик почему-то свернут на бок да? и ведет к этой вот капели, да, прощание с умершими такая роскошная хвойная аллея. А вот это капелла, которую построил точно тогда же Асплант. Тоже, вроде бы, классическая, да, там есть колонны, но совершенно другие пропорции, да, и посмотрите, какой глубокий этот портик и какое расстояние между колоннами. Вот мы смотрим ворота то есть это все недалеко от ворот кладбища. Через ворота, и в конце дороги мы видим вот эту вот копыло. Когда мы подходим, мы понимаем, что вот этот вот прямой путь, эта иерархия э, разрушается, да, что мы находимся в лесу, и в лесу мы встречаем некую постройку, которая кажется органичной частью этого леса, да, пропорции колонн такие же, как пропорции, ну, скажем, тех частей стволов, которые видно из-под портика. Они еще к тому же деревянные. Ну, понятно, что технически это невозможно. Да? Там внутри стальные конструкции. И Асплунд уже в этот момент занимает позицию, противоречащую э, ну, как бы большинству прогрессивных архитекторов. Да? Потому что в Швеции было очень важное Качество это реализм материала. Вот у них прям так назывался архитектура реализма. Значит, вот мы честно работаем с материалом. А любая значит, современная архитектура, которая ну, в этот момент только зарождается, но тем не менее для нее тоже очень важный принцип это правда конструкции, которую мы видим в готовой постройке. Асплант работает с иллюзиями. Да? Он создает образы, он создает, можно сказать, декорации и при этом очень легко прячет конструкцию. Такой рисуночек, как будто это деревянный дом, ну, деревенский дом да, с а, трубой, а на самом деле это крематорий с залом прощания. И вот когда мы смотрим на планный разрез, мы обнаруживаем, что там, вот в этом домике с высокой крышей, спрятан, ну, предположим, не совсем пантеон, да, но, предположим, храм Весты. И вот если соотносить это с а, античными типологиями, то, что мы видим, вот такой глубокий вынос, это как бы портик этрусского храма по Ветрувию, да, а внутри связан, спрятан вот этот толос, окруженный колоннами и перекрытый куполом со световым фонарем. Когда мы смотрим на чертеж фасада, мы еще видим пирамиду при этом. Да? И э, здесь еще есть элемент, к которому всегда будет Асплант обращаться. Да? Он внедряет какие-то маленькие фигуративные детали. Да? Вот здесь небольшая золоченая скульптурка Ангела Смерти, который встречает прощающихся. Вот мы находимся под портиком, видим двери, обитые металлом, причем, видите, криво обитые, то есть как будто это, это что-то очень архаическое, очень архетипическое, да, потому что переживание, оно, естественно, с людьми всегда. И вот сам этот зал прощания под круглым куполом с обилием дневного света, потому что там большой вот этот фонарь, с каннелированными колоннами, которые здесь имеют такой более античный вид, с светильниками. Вот эта фотография сделана, видимо, вскоре после открытия. Мы видим на алтаре там реальную скульптуру с воскресающим Христом. Не скульптура, а картину живописную маслом. А сейчас в соответствии с современными требованиями, все религиозные элементы убраны, да? так что это как бы, не специально христианское место прощания, это любой человек вне зависимости от своих религиозных убеждений или их отсутствия может там пережить все равно вот все, что нужно переживать, когда ты прощаешься с умершим. Ну, это, понятно, очень большое искажение фотографическое, но просто я хотела вам показать, что там действительно большой такой световой фонарь в центре купола. Чуть попозже Аспланд там неподалеку, значит, на лесном кладбище строит служебную постройку, да, но то, что у нас называется контора, соответственно, там всякие хозяйственные Части, там же можно было выбрать а, фасон над и так далее а, и это очень странный домик. посмотрите это 23 год это уже а, гораздо а, свободнее отходит от каких-то исторических прототипов да то есть здесь есть эти пирамиды но здесь есть и конус то есть это может быть равно какая-то перекличка с римскими надгробиями, но э, очень фантазийная. Да? Какие-то тут возникают круглые окна. А внутри вот такая отделка. Деревом там э, уютно. Там э, окна расположены таким образом, чтобы надгробия не были видны, и чтобы можно было на минутку представить, что ты не на кладбище, как-то, да, ну, если люди там работают, чтобы они себя хорошо чувствовали. Сейчас там центр для посетителей где-то в 80-х годах 20 -го века лесное кладбище в Стокгольме включили в всемирное наследие ЮНЕСКО, поэтому это сейчас еще туристический аттракцион. Значит, о поздней фазе я поговорю в конце лекции, а сейчас посмотрим, чем занимался Асплонд, ну, как бы хронологически, да, Значит, пока идет война, частных заказов мало, он работает на муниципалитет и среди прочего, например, строит рабочий поселок. Ну, тоже совершенно общая задача, да, социальное жилье, жилищный кризис везде, жилье дорогое, значит, как обеспечить простых людей достойным жильем с нормальными удобствами. Асплонд, который еще занимался публицистикой в это время, и даже каким-то образом, какой несколько лет был главным редактором архитектурного журнала шведского, он очень настаивал на том, что жилые дома не должны конкурировать с монументальными зданиями, что в структуре города очень важна иерархия, вот ранги, как он говорил, вот, и что должно быть понятно, что церковь – это церковь, что театр – это театр, музей – это музей, а жилые дома, когда их строят многоэтажными и пышно украшают, они совершенно нарушают логику. И вот он показывает пример, какое может быть городское жилье невысокая, да, ну тут, скажем, два с половиной этажа, ну можно считать по русскому счету три этажа, а, а, деревянная, потому что дерево в Швеции, естественно, доступный материал. Но очень важно еще, чтобы при… То есть там с одной стороны есть типовые как бы ячейки, да, есть модульность, есть повторяемость этих домиков и квартир, но при этом они расставлены таким образом, что весь участок представляет собой ну, какую-то маленькую деревню, да, то есть там есть пространство ландшафтное, в котором вам все равно уютно находиться, где могут играть дети, где нет ощущения монотонности. И при том, что часть корпусов постро... поставлены параллельно, то, что другие изогнуты, то, что там асимметричный двор превращает это все в весьма приятную среду. И опять он обращается к цвету. Да? То есть эти самые простые дома, обшитые досками вертикально и довольно разнообразно покрашены. Вот если смотреть на планы, то видно, что это маленькие квартирки, то есть большинство из них двухкомнатные, то есть есть большая кухня и одна комната, но есть туалет, есть проточная вода. Это невероятно редкость для того времени, для городского жилья, не только в Стокгольме, для дешевого жилья, естественно. И вот этот э, жилой массив, он просуществовал до 60-х годов, когда его благополучно снесли, потому что еще не успели понять, что такие вещи тоже нужно э, сохранять. Вот посмотрите, как он немножко нарушает линию кровли, как немножко изломана вот эта фасадная линия. Да? То есть это он следует примерам народного жилья для того, чтобы избежать вот этого ощущения механистичности. Первое из таких монументальных построек, ну, условно монументальных, это тоже небольшое здание, это здание суда, значит, Листер, насколько я понимаю, не Стокгольм. 17 -го года проект, 21 году построили. Ну, что-то тут тоже есть классического, да, например, вот если мы треугольник крыши бы снизу обрезали, мы получили бы совершенно нормальные пропорции фронтона. Но он не делает фронтон, он вместо этого не по линии, где должен был быть карниз, располагает око окошки, вот в центре помещает прекрасные круглые часы, и под ними арку входа, которая тоже похожа не на арку входа, а, скажем, на термальное окно по, по своим очертаниям. И ну, исследователи, это, это не мое наблюдение, это я прочла, написано больше, чем в одной книге, что Асплонд здесь использовал решение, ну, вот, похожее на то, что он нарисовал во время своих путешествий в Сиракузах вот этот подход по улице к церкви Сан-Джованни в Сиракузах похож на подход к зданию суда и по пропорциям сходные решения. Если посмотреть на план, то план, в общем, весьма-весьма необычный. Да? Тут появляются опять круги, вот этот, это круглое купольное пространство. Аспланд очень любит внедрять в центр своих композиций. Мы уже его видели в погребальной копыле, а здесь это, собственно, зал заседаний суда. Вот, это тоже памятник архитектуры, очень почитаемый, вот там же макет такой выставлен. И обратите внимание, что вот этот зал, вот он находится в центре, и что там асимметрично расположены окна, да, а по сторонам комнаты там для освещения присяжных и для судьи. Вот мы смотрим на крыльцо, очень красивое такое, почти барочное крыльцо, в котором Чешуя, рисунок, да, явно тоже взятый откуда-то из средневековой Италии, но такой рисунок, в принципе, встречается в европейском ордеко, но несколько позже. Это все не просто так, не просто так он тут. А, вот, вот еще что. Значит, когда вы поднимаетесь на крыльцо, вот здесь вот с правой стороны рельефик, рельеф вот такой. Значит, на чьей стороне сочувствие? Да? Суд – это не для того, чтобы преследовать людей, а для того, чтобы, например, защитить суд присяжных да, в это время, в том числе и для того, чтобы защитить несправедливо обвиненных там, или людей, которые случайно совершили какое-то правонарушение, находясь в трудных жизненных обстоятельствах. Вот это первое пространство, куда вы попадаете войдя, и вот тут смысл вот этой решетки в том, что она дает необыкновенно красивую тень и сразу смягчает вот это эмоциональное состояние людей, которые э, находятся в этом здании, да, то есть суд действительно драматичное э, пространство. И архитектор своими средствами пытается успокоить людей и умягчить сердца. Напротив вот этого входа распахиваются двери с круглыми такими окошками. И белый коридор ведет нас в зал заседаний. То есть это такой прямой совершенно путь. И вот он, этот зал заседаний, где деревянные скамьи да, для тех, кто присутствует, деревянный барьер, который отгораживает место для судьи и заседателей. И это все отделано, да, это такая почти черная, темной, серой краской. И посмотрите, какие смешные балюстры, какие они пузатенькие, какие они игривые. И второе, что мы видим, да, это все центральная как бы ось, ниша над креслом судьи. Кресло тут сейчас убрали, но оно там было, конечно, по центру такое кресло, напоминающее трон. И, и вдруг вот это вот асимметричное окно из двух частей, причем светит на то место, где находился подсудимый. Вот мы смотрим сейчас на заднюю сторону этого здания и мы видим вот эту полуротонду выступающего здания суда. мы видим, как находятся вот эти два окошка, да, насколько они игривы. И они ловят свет. Вот на этой фотографии старый, да. Вот здесь есть э, стул для подсудимого, есть кресло для судей, Здесь виден вот этот световой фонарь наверху, но еще видно, что э, повесили занавесочки, видите, потому что, ну, невыносимо, что э, да, для традиционной эстетики невыносимо, что нарушена симметрия. Что только в одном месте находится окно. Надо сделать вид, что их четыре. Значит, по сторонам вот этого круглого зала находятся лестницы. Здесь белые балюстры, но такие же смешные, и там галерея, как бы, да, для зрителей, которые не допускаются, и можно оттуда посмотреть зал суда, что там, что там происходит. Вот, вот эта комната заседания а, присяжных максимально спокойная да, по пропорциям, по расположению окон, по окраске, чтобы да, люди не теряли голову. А, следующая не постройка, а реализованный проект. А, чрезвычайно интересный. И еще один другой способ работы с античным наследием нам показывает – это кинотеатр «Скандия». Значит, 22-23 год – это кинотеатр, устроенный в существующем доме. То есть наружная архитектура – это не асплант, но он делает там козырек, светящуюся вывеску и вообще решает вот это все оформление. Но главное, конечно, это интерьер. Значит, пока он делает этот проект, он совершенно очевидно находится в диалоге с одним из своих учителей, который на самом деле только на несколько лет его старше, тоже крупный шведский архитектор Ивар Тенгбом, который в 23 году как раз проектировал свою крупную постройку — стокгольмский концертный зал. А Асплунд писал об этом проекте как архитектурный критик и там что-то такое ругал, что это все неправильно расположено но, а в то же время восхищался тем, как в зале создается иллюзия пребывания под открытым небом. Да, там э, свод над стенами и за карнизом спрятано освещение, ко да, лампы, которые светят в потолок. И э, Асплунд в своем кинотеатре делает примерно то же самое. При этом он еще пишет что он вспоминал, как в Тармине на Сицилии, он посетил представление в античном театре. Да, ночью, там, не знаю, светят звезды или там горят какие-то огни. И кинотеатры, ну, вообще в 20-х годах было принято делать здания кинотеатров и помещения кинотеатров очень нарядными, да, потому что... Но это такой как бы дворец грез, да, со само кино фантастично, но еще не цветное. А попадание в кинотеатр – это уже как бы переход в другое пространство, перенастройка восприятия, готовность к чему-то чудесному. И вот это и делает Асплонд. Смотрите, навес над балконом в виде таких ну, на таких тонюсеньких колоночках, помпийских совершенно. Вот сейчас я вам показываю план первого, второго этажа. Вот обратите внимание, что вокруг основного зала есть галерея, есть балкон, и еще вот эти кружочки – это ложи. Да, то есть в балкон еще вдаются ложи, где можно в интимной компании смотреть кино. Вот еще раз мы смотрим уже от экрана. Вообще смешно, конечно, что э, здесь представлен как, как будто как настоящий театр. Да, люди практически нарядились, чтобы туда прийти. Э, круглые лампы, очень темным синим цветом окрашен свод, так что его практически не видно. Да и как будто там висят вот эти шары, и еще висит вот такой раструб. Э, это как мне помогли выяснить пользователи Фейсбука, э, раструп кинооргана. Да? То есть кино не мое еще, но не обязательно, чтобы играли живые музыканты. То есть ну, живой музыкант может играть на таком специальном органчике, который заменяет целый оркестр. И вот это был такой раструб, который снаружи был похож на Луну. Вот мы еще раз смотрим со стороны экрана, но ну, там вот есть эта вот оркестровая яма небольшая, прекрасные золотые фигуры по сторонам. Этот кинотеатр не только сохранился до сих пор, но и был несколько лет назад, прекрасно отреставрирован. И вот здесь мы видим, что вот эта труба, ну, граммофона, ну, как бы, по сути, еще изображает луну, висящую в небе. И фигурка. Вот. Очень активно используется цвет, используются античные мотивы, но как бы они античные, но не классичные при этом. Да? Такая лестница расходится двумя маршами, ведет вот туда на верхний уровне и перила заканчиваются змеей, тоже похожей на одну из помпейских находок. Это коридор значит, с со входами на балкон, а это коридор со входами в ложе. Вот, на мой взгляд, совершенно такое фантастическое, сюрреалистическое пространство. И его сравнивают с э, улицей гробниц в Помпеях, но ну, я посмотрела, мне кажется, тут все-таки даже больше, может быть, от каких-то проторенессансных фресок. И вот на эскизе вот здесь вот еще очень интересно, что нарисован мужчина, который так открывает дверь. Опять же, если мы вспоминаем классические мотивы, когда да, дверь под э, такого рода открывается, это обычно дверь на тот свет. Вот, но действительно происходит переход в какое-то другое состояние. Ну, помним еще о том, что все это время Аслунд работает над кладбищем. Да? Вот, вот такая еще помпейская дверь там есть. И смотрите, какая банкетка. Теперь шедевр. Городская библиотека в Стокгольме. Ну, городская, она так понимаю, наша государственная, то есть главная шведская библиотека. По всей вероятности, Аспланд сам выбрал для нее место, потому что он все еще продолжает работать с муниципалитетом, планировочной комиссией. На эту фотографии не очень понятно, но это, в общем, некоторый холм. Ну, холмов вообще в, э, в Стокгольме довольно много. И часть участка примыкает, но она была такая зеленая, и потом там Аспланд спланировал парк. Конечно, когда смотришь на такую архитектурную форму, человек, знакомый с историей архитектуры, начинает тут же вспоминать э, парижские заставы, э, ну, какую-то вообще архитектуру э, времен э, Французской революции, Леду Буле. -Ле. Сначала в первом варианте проекта Аспланд думал сделать центром в библиотеке купольный зал, стеклянный купол. Ну, а потом он все-таки понял, что, ну, во-первых, этот купол будет плохо видно, его надо тогда поднимать с дистанции, да, само здание стоит высоко, значит, этот купол будет срезаться. А самое главное, что непонятно, как регулировать свет, давать дискомфорт для читателей, которые находятся внутри. Поэтому в окончательном варианте проекта над огромным залом, где находится на самом деле не читальный зал, а абонемент. Высокая вот эта ротонда, где в вертикальных стенах расположены окна, откуда свет, соответственно, попадает не прямо на книги, ну, точнее говоря, прямо на книги попадает небольшое время. Сейчас мы все посмотрим. И я просто сразу хочу сказать, что за построительством библиотеки еще последовала стадия работы, связанная с созданием парка, оформлением участка и строительством такой череды небольших магазинов вдоль улицы. То есть здание работает вместе с ландшафтом. С четырех сторон это здание выглядит похоже. Ну, сначала с трех сторон, потом с четвертой стороны достроили. И, в общем-то, еще один прототип для него это, конечно, Вилла Ротонда Палатио. Но, значит, когда уже смотришь как-то ближе, да, понятно, что возникают еще какие-то другие мотивы, что вот сам. Сам, сам, этот мотив шествия опять по прямой оси, подъем – это то, что называется конная лестница да, с очень широкими пологими ступенями. И пропорции портала, они как бы слегка египетские. Да, вот это время мода на Египет, она вполне распространена. Вот мы подходим, да, вот это взаимодействие Здание очень лаконичной формы, супер лаконичной, которая рассчитана на то, чтобы работать вместе с растительностью, да, вместе со свободной игрой теней, например. Значит, нижняя часть стен рустована, и поверху вот этой рустованной части, то есть это прямо под читальными залами, вдруг идет вот такой антаблемент с египетской формой карнизом и с фризом, покрытым иероглифами. Да, все это действительно похоже на египетские иероглифы, такой египетский мотив. Но если начать разглядывать, то там явно какие-то современные приспособления. А вот здесь, например, эту картинку тоже мне прислал коллега Василий Бабуров, здесь мы видим какие-то уже детские предметы и вот эти игрушки и спортивные принадлежности, они находятся под залом детской библиотеки. И оказывается, что все вот эти пиктограммы, они соответствуют тематике литературы, которая в библиотеке хранится. Вот мы смотрим на план. Значит, изначально с трех сторон центральный круглый зал окружают крылья, потом достроили четвертую сторону. Значит, здесь я хочу обратить ваше внимание вот на что. Значит, в нижнем уровне, в круге, вот там, где вы видите полосочки, да, там хранение, а наверху вот этот круглый зал абонемент. То есть он находится как бы на довольно высоком втором этаже. Но вот здесь по сторонам, значит, здесь большие читальные залы, да, на уровне абонемента, вот эти большие пустые прямоугольники, это читальные залы внизу всякие служебные помещения, но вот здесь, вот здесь находится детская библиотека, и видите, тут небольшой театр, вот где стрелочка сейчас, видите? Это театр для чтения вслух в детской библиотеке. Я вам покажу фотографию. Значит, что, на да, что еще нужно обратить внимание? Вот он, главный вход, и вы видите, коридор, который переходит в лестницу, имеет трапециевидную форму, он сужается да, от входа, вот так идет. И продолжается вот здесь лестница, которая входит прямо в середину круглого зала. Вот она. И вот мы вошли. Значит, вошли вот туда в двери. Значит, сейчас там стоит вертушка, ее вставили позже. Сначала были распашные двери. Попадаем вот в этот расширяющийся коридор. Это что значит? Это нам, значит, с нашим чувством перспективы играют, да, потому что мы автоматически выпрямляем пространство, и нам кажется, что путь гораздо дальше, чем он есть на самом деле. И там блестящие стены, покрытые темно-серой краской с рельефами. Мы сейчас на них посмотрим. А когда мы смотрим вперед, мы видим еще один портал и через него лестницу, которая ведет в освещенное пространство зала абонемента вот, по сторонам, но это современная фотография, поэтому сейчас там, наверное, библиотечный магазин. Ну, вот такие стены. Вот я вам показываю старые фотографии с замечательными, очень тонкими рельефами э, скульптора, который звали Ивар Виктор Джонсон. И э, рельефы на сюжеты из Илиады, но при этом они настолько плоскостные, что это, да, это как бы по стилистике посредине между Грецией и Египтом. И вот мы смотрим в сторону а, входа, вот там нет еще этой вертушки, и видно, насколько прозрачна эта стена, да, насколько вот эта а, граница между внешним миром и внутренним а, прозрачна. И вот мы попадаем в этот зал. Попадаем, видимо, из середины. Видите? Вот, вот, вот здесь вход. То есть шли мы вот оттуда. Ну, опять же, это искажение, но тем не менее, вот такое пространство. Значит, в середине зала находится стойка библиотекарей, то есть вы туда приходите. Значит, если вам нужно в читальный зал, то вы должны у них отметиться и потом пройти в нужный вам читальный зал. Если вы пришли в абонемент, вы поднимаетесь, значит, по лесенке на нужный вас, вам уровень и снимаете нужную вам книгу, и потом подходите к библиотеку и отмечаете. Зал не просто круглый и высокий, да, он очень высокий, он очень светлый, там очень интересная игра света. И посмотрите, как решена стена. Она вся в каких-то буграх. И даже не очень понятно, как это воспринимать, потому что поскольку это высоко, оно белое, оно светлое, оно залито светом нам сложно это воспринимать как, скажем, какую-то мощную каменную ограду, да, это может быть натянутая ткань. То есть опять наш мозг все время пытается сбить с толку, не дать ему зафиксировать какое-то однозначное ощущение. И это очень сильно воздействует. Ну и обратите внимание на, на прекрасную люстру. Вот мы смотрим еще раз. И посмотрите, как ступенями идут вот эти ярусы. То есть нигде не надо залезать на лесенку, как это часто бывает с библиотечными стеллажами. Все очень удобно сделано. И в то же время эти балконы, они очень слабо выдвинуты вперед. На самом деле, вот похожее решение мы уже видели в кинотеатре, где в очень неглубоком слое да, соединены балкон и ярус ложь. И мы это увидим еще в последующих проектах. А вот это вот это детский театр чтения. То есть решения весьма разнообразные. Очень много фантазии, очень непринужденно и в то же время вполне органично включается изобразительные элементы. Да, вот здесь роспись, там были рельефы. Это кабинет главного библиотекаря. Вся мебель специально спроектирована и построена для этой библиотеки. А вот это дверная ручка. Значит, сначала во всех важных дверях там были такие ручки, сейчас сохранились только в детской библиотеке. Это Адам и Ева, с плодом древопознания. Вот. Как-то весьма неплохо они себя чувствуют. Но вообще -то тоже такая странная идея, да, что вы, чтобы войти в дверь, хватаетесь за тело. Ну, вот это дальнейшее развитие с парком и архитектурным оформлением парка. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на цветочницу, ну или этот клумба, да, но она повышена. Аспланд считал, что людям приятно видеть цветы ну, не под ногами, а где-то там поближе к себе. Да? И уж если сидеть на лавочке, то вот вы сидите в цветах. И вот здесь, вот на этой картинке, мы видим, что ландшафт уже не классический, да, он не осевой, он работает с такой прямоугольной эстетикой, более современной. Значит, следующий эпизод, ну не эпизод, а там большая история, связана с Стокгольмской выставкой 30-го года, но ей предшествовал вот какой момент – Значит, знаменитая парижская выставка 25 года, да, выставка декоративных искусств и промышленности, с которой отсчитывают значит, развитие стиля Ардеко деко которую мы знаем, потому что там был павильон Мельникова, да, советский павильон, там же был павильон из Принуво Ле -Корбезье. Ну естественно, Швеция там тоже участвовала. И Аспланда попросили дать свой вариант, но вы отдали значит, заказ шведского павильона другому архитектору, и вот от варианта Аспланта остался только вот такой чертеж с расположением ковров на полу. Но его запомнили, что он, значит, может быть, мог сделать лучше, чем то, что получилось. И вот эта выставка парижская, она была встречена очень неоднозначно, и такой м -м, Георг, по-моему, звали Паулсон, шведский искусствовед, который туда ездил, сказал, что это все было невыносимо пошло. Вот все вот это ардеко, все эти, значит, фентифлюшки, одна хорошая вещь, павильон Лекарбезье. Вот. И м -м, в Стокгольме появился запрос – но придать какой-то импульс современности. Да, страна очень хотела модернизироваться эстетически тоже, при том, что вот в области социальной политики там городское правительство уже много лет было очень просвещенным, очень прогрессивным. И решили устроить в Стокгольме выставку, не международную, не всемирную, а шведскую, но такую, которая бы вот была целиком современной. Сначала позвали Ле Корбюзье. седьмой год он отказался или чем-то был занят. В общем, решил, что неинтересно ему ехать так далеко на север, в эту провинцию. И в результате архитектором выставки стал Асплунд. Вопрос, что он знал о современности к тому моменту. Ну, во-первых, значит, пока он проектировал библиотеку, его посылали в командировки. Он ездил и во Францию, и в Англию, и в Америку. Он побывал в Нью-Йорке. Современной архитектуры там было неважно. важно. Да? Как мы знаем, то есть не воскребы строили, но в исторической оболочке. Но Асфронда чрезвычайно. Взволновали инженерное сооружение. Вот он оттуда привез много фотографий, там, не знаю, ну, вот мостов, в частности. И его взволновала реклама как часть городского пейзажа. Очень активное присутствие рекламы, совершенно не такое, как в европейских городах. И он решил, что это новая эстетика. После чего его повезли, да, значит, 27-й год это чего? Это выставка в в Штутгарте, да, когда был построен этот знаменитый поселок Вайсенхоф. В 1928 году Аспланду дали значит, заказ на э, выставку и повезли его туда значит, смотреть. Э, да, там главный был мисс Ван ну и, собственно, все существующие модернисты уже приехали. И вот так вот слегка посмотрев, что творится в мире. Ну, естественно, конечно, там журналы и всякие публикации ему тоже собрали, он взял и придумал э, очень своеобразный и очень обаятельный вариант модернизма. То есть ему не, ну, не просто нужно было построить какую-то оболочку для того, чтобы там показывать э, дизайнерский текстиль, скажем, посуду, мебель и так далее, а нужно было придумать новую современную городскую среду, которая бы понравилась людям. Да? Потому что не просто предъявить, а убедить том, что это хорошо. Самое поразительное, что ему это удалось, что очень многие люди были вдохновлены, и вообще с этой выставки начинается вот этот современный модернизм, скандинавский модернизм. Да? А, ну, в частности, например, пока Аспланд проектировал эту выставку, Алта проектировал выставку в Турку. Он поехал в Стокгольм, посмотрел, что делают Аспланд, и с этого начинается поворот Алта к современности, к современной архитектуре. Да? И, в частности, он переделывает проект библиотеки в Випоре, в Выборге, да? с неоклассического на модернистский. И Аспуланд, вот, вот это ранний эскиз я вам показываю, да? то есть он сочиняет даже он начинает не с отдельных построек, он начинает именно с ландшафта, он начинает со среды, где, кроме архитектуры, вот это огромное количество флагов, каких-то цветов. В общем, он проектирует такое счастье. Да? Вот, например, в эту среду, вот футуристический ландшафт, внедряется невероятная рекламная мачта. Считается, что тут он еще посмотрел на... А, павильон газеты Московская Правда, Весняных, Ленинградская правда. Так забыла. На да? конструктивистский проект не реализованный, подобно, с подобной конструкцией. Но матч эту саму проектировал Леверин. Вообще, там участвовало, конечно, много архитекторов, но под общим руководством. Асплан, да, вот это опять Леверенс, очень интересная айдентика выставки, вот этот логотип в виде крылышек, ну, некоторые считывали, как ножницы, да, что Швеция отрезает прошлое и свободное, но оказывается, это крылышки, типа, улетаем в прекрасное будущее, и при этом известно, что Леверенс это взял из Древнего Египта, и, конечно, из каких-то гробниц. Ну, помимо вот открытой в 2004 904 году гробницы Нефертари, еще нужно помнить, что все под впечатлением от гробницы Тутанхамона, да, фотографии которых тоже, конечно, были широко известны, но уж особенно людям, которые все еще работают над кладбищем. Вот. Ну вот, и вот все такое цветное, легкое, свободное, у ну, Стокгольма очень изрезанная береговая линия, и это почти центр, ну, центр по сути, но в то же время тут и, и, и море, и деревья, и огромное количество цветов. И видите, насколько близко это все реализовано. Вот. И прыжки в воду, и рестораны. Вот, пожалуйста, ресторан под открытым небом. Значит, тоже вот эти ступени, расставлены столы, и барьеры – это такие высокие цветочницы. Да? То есть вы сидите как бы в саду. И вот это присутствие цвета, присутствие игрового элемента, оно очень важно для всего, и это подкупило огромное количество людей. Видите, Костюмы даже для персонала были специально придуманы. Вот тут молодой человек продает экзотические бананы. Тогда совершенно не часть повседневного ассортимента. Это входной павильон. Но тут вообще трудно представить, да, что это 30-й год. Ну, понятно, что павильон это не настоящая архитектура, то есть он не обязан стоять там много лет и так далее. Но тем не менее, вот Аспланд, который ну, работал с остальными конструкциями, когда ему нужно было раздвинуть пошире деревянные колонны, вот здесь берет, и у него все просто начинает летать. Вот это одно из центральных сооружений, главный ресторан под названием «Парадис», Напоминающий корабль, конечно, с такими цветными козырьками. Специальная мебель, вот здесь садовая мебель специально спроектированная. Так он себе воображал интерьер тоже с очень активным внедрением цвета и с любимыми его шаровидными светильниками. На самом деле, вот эти китайские бумажные светильники, которые сейчас можно купить в Икеа. Внутри мебель не успели сделать, да, производства не было, поэтому обычные стоят венские стулья. Но, тем не менее, вот это совершенно... И это вот то, что говорят, перетекающее пространство. То есть тут все модернистские принципы очень легко, очень быстро внедрены в реальность. Вот это световое решение, да, вот это последствия того, что он съездил в Нью-Йорк и посмотрел на светящуюся э, рекламу. Тоже совершенно завораживающее впечатление э, произвело на публику. Это построенный Леверенсом павильон для демонстрации городского транспорта. Но понятно, что это американские автобусы, ну или по американской лицензии построены General Motors, но в какие они цвета, цвета раскрашенные. Да, вот это, этот скандинавский такой гуманизм, да, шведский гуманизм, что все должно быть человечно. И довольно удивительный случай, значит, еще один ресторан ну, или большое кафе там на территории, называлось просто парковое кафе, Асланд оформлял вместе с художниками и тут вдруг мы что мы видим, мы видим супрематизм. Но если посмотреть вот на следующую картинку, да, это тоже кафе, но другой зал. Мы просто видим, что в этом зале устроена выставка абстрактного искусства. В Швеции его еще нету, но есть некоторое количество шведских художников, которые учатся в Париже, в так называемой современной академии. И когда открылась выставка, значит, ой, я забыла написать здесь и, заб и не помню фамилию. Но, в общем, один из шведских художников как молодых, который в этот момент живет в Париже и общается там со всеми. Вот, он быстро-быстро собирает выставку и привозит ее в Стокгольм. Да, тут мы видим Андриана, мы видим Леже, мы видим Азанфана, мы видим Ле Корбюзье, Арпа, Софи Арп. Да, то есть самые, самые современные художники. Но вот здесь, я думаю, все-таки это не через европейцев, а через Эли Лисицкого, потому что, когда готовили выставку, должны были, конечно, смотреть, скажем, и выставку к печати в Кёльне, которую оформлял лисицкий это павильон светильников на самом деле там было довольно много всего то есть каждая газета каждый журнал получил свой павильон и для все они были придуманы такие кубистические и была целая секция, посвященная жилью. Были представлены разные планировки квартир и небольших домов, экономичных и современных. Ими занимались разные архитекторы, но я вам все-таки покажу. Значит, примеры интерьеров. Ну, поскольку фотографии все черно-белые, тут я решила показать эскизы, но вот эти все предметы были изготовлены. Это вот ближайший сотрудник Аспланта, Сигур, э, Сигурд Леверенс. Посмотрите на обои. Да? вот Обои вызвали возмущение. И выставки, Ну, как бы официальным покровителем выставки был Кронпринц. Забыл, как его звали, но, во всяком случае, значит, будущий шведский король. И его настолько возмутили эти обои, что он велел все закрасить. Вот, но, тем не менее, это все запомнилось. И в послевоенное время да, шведский дизайн очень быстро выходит на передовые позиции. Значит, выставка... То есть, с одной стороны, конечно, нашлись люди, которые стали кричать, что это все какие-то еврейские штучки, совершенно все негодно для высокой шведской культуры. Но, тем не менее, сторонников тоже было довольно много. И организаторы выставки считали, что все-таки это успех. И те люди, которые были причастны, вот они на следующий год, в 1931 году, объединились в вот такую группу. Смотрите, они фотографируются, как вот они в самолете сидят, вот, значит, тоже летят в будущее. И сочинили манифест под названием, ну, не знаю, как это по-шведски звучит, но, предположим, «Аксептера». То есть это в повелительном наклонении «принимайте» или «принимай», «признавай», вот, что самое время необходимо уже принять реальность, принять современность. Невозможно цепляться за прошлое, за исторические формы. Вот. Жизнь будет гораздо прекраснее, если мы все начнем жить по-новому. Кстати говоря, вот о чем я еще не сказала, значит, на этой выставке еще заодно пропагандировали, скажем, новую диету, новый подход к питанию в общем-то, весьма похоже на то, что мы сейчас называем здоровым питанием. А, а опять же, фитнес, да, то есть вот эти вот шведскую гимнастику внедряли в массы, да? то есть не, не просто одежда, а действительно новый образ жизни, и велосипеды, как, там, велосипедные прогулки и так далее, то есть абсолютно продвигали целиком новый образ жизни. И вот здесь э э этот манифест, он больше каса касался как бы, архитектуры, непосредственно архитектуры и дизайна, и в этот же момент Астон начинает э э преподавать. Вот здесь он в серединке, да, третий слева, такой с задранным носом, а крайний, крайний слева это Свен Маркелиус, потом шведский представитель в проектировании здания ООН в Нью-Йорке, и очень крупный деятель Международного союза архитекторов после войны. И после выставки. Работы сильно много не стало, но, видите, в Швеции очень долго э, могли выполняться какие-то заказы. Вот конкурс на новый корпус ратуши в Гетеборге Аспланд э, выиграл в 2013 году, то есть еще раньше, чем, чем на кладбище. И, естественно, это был совершенно другой проект, чем тот, который он построил в 1937 а вот сейчас глядя назад, да, все удивляются, как это так, что, во-первых, была такая настойчивость у заказчика в реализации проекта, ну в смысле там денег нету, да, но потом к этому возвращаются, и проект в процессе, то есть он может очень сильно изменяться, но он при этом не ухудшается, а он при этом развивается, там идет, ну как бы вместе со временем, и заказчик это принимает. Довольно удивительная ситуация, но вот, тем не менее, в 1937 году, наконец, Аспланд построил этот новый корпус. Пристроил он его к памятнику архитектуры. Я, честно говоря, не очень верю, что вот это вот старое здание суда XVII века, но так пишут, ну, предположим, некий очень уважаемый, очень хороший шведский классицизм. То, что Асплунд к нему пристроил, на мой взгляд, имеет некоторое отношение к Казе Дель в Кома. Но, значит, давайте посмотрим, видно вам, да? Вот мне кажется, что на рисунке даже четче. Значит, модернистское сооружение, да, с одной стороны отказывается мимикрировать под историческое, а с другой стороны, посмотрите, насколько почтительно с ним обращается. Как согласованные не только горизонтали, но и блоки окон и вот это нарушение симметрии с одной стороны говорит о современности этой новой архитектуры, а с другой стороны о том, что это новое здание, оно тянется к своему старшему соседу, да? оно на него ориентировано. И вот очень интересно в среднем этаже окна как бы положены на бок, перевернутые, но дополнены рельефами для того, чтобы как бы массив заполнения стены был примерно такой же, как у соседнего здания. А смотрите, что там внутри. Это вестибюль. круглые световые отверстия, грибовидные колонны. То есть совершенно новый вот этот репертуар современной архитектуры очень непринужденно используется. В общем, по большому счету, Аспланду все равно, с какой формой работать. Да? А вот это да, такое двусветное центральное пространство, обшито деревом, светлым деревом, ну, для Скандинавии так очень привычный элемент. Вместо любимой модернистами винтовой лестницы тут есть такая, которая как бы висит в воздухе с полукруглыми площадочками между маршами. Смотрите, как, какой тонкий профиль у этой лестницы, да, насколько она графична. Опоры, посмотрите, да, то есть понятно, что они металлические, но они еще прорезаны в середине, да, то есть не не зашиты в кубик, чтобы дать ясную форму, а наоборот, они показаны максимально легкими часы. Да? Сюрреализм рядом, он он про него знает. А это со стороны двора, вот этот корпус, у которого оказывается вообще стеклянная стена. И вот мы смотрим в сторону этой стеклянной стены. Обилие зелени, опять же, да, чем, чем современнее архитектура, тем важнее, чтобы она была дополнена. Природными формами. Вот это старые фотографии. Тут видно еще включение текстиля очень смешной ковер с параграфами. Да? Суд же, юристы находятся. И при этом такие дачные э, плетенные кресла для успокоения нервов. Здание то есть, не здание, а, собственно, один из залов суда с такой загогулиной стола и отдельный такой приставной, не приставной, а такая консолька, на которой лежит Библия. Ну и вот здесь момент поговорить немножко о мебели. Вот видите, спинки стульев – вот, это все коллекционно, мало того, что коллекционная мебель, некоторые модели э, выпускаются. Да? Вот, например, вот эти стулья Гетеборг, которые Гетеборг 501, которые Астлан э, сделал для здания суда, производят памкасина. Это садовая мебель для выставки 30-го года. шезлонг. Кресло, видите, где кожа натянута, в общем-то, довольно похоже на кресло Василий, но все индивидуальное, да, и оно, вся эта мебель, она как будто немножко живая. И вот это, по-моему, очень удачное кресло, которое называется АГ-2, то есть, Густав Асплунд, Мотель 2. То есть модное решение с металлической рамой и ножками из хромированных трубок и с кожаными подушками. Да, вот настолько очеловечивается, что ли. И в завершение вот эта финальная работа Аспланда – это второй этап или, может быть, третий уже работы над лесным кладбищем. Вот этот, эта фотография сделана уже ближе к 940 году, когда окончательно сформирован ландшафт, когда э, насыпаны холмы. Проложен на терминальной дороге. Вот этот мастер-план датирован 37-м годом. И мы видим в центре темное пятно. Значит, это комплекс нового крематория с тремя большими капеллами. Вот здесь мы видим фасад и разрез, капеллы креста, Веры и что-то еще забыла. Вот как все это выглядит на самом деле, вот там, где лес, там между деревьями могилы в большом количестве. Там, где открытое пространство, вы могил не видите, вы можете всегда успокоить взор. В то же время вот этот холм, вот сейчас мы с него смотрим, его Леверенс придумал, в частности, для того, что те, кто не хочет развеять прах своих родных, они могут это сделать там, это официально дозволено. Здесь что мы видим? Мы здесь видим опять более консервативную архитектуру, какие-то египетские мотивы. Но надо сказать, что тут заказчик сказал, что у нас не место, конечно, для ваших современных выходок. При этом так, ну, протестантская страна, да, то есть все оформление весьма-весьма сдержано. Вот эти три капеллы, они Значит, это капелла надежды. Ну, опять же, зал прощания по-нашему, да. Это, наверное, веры. Это они все немножко разные по эстетике. Они разные, естественно, по составу. Вот самая большая капелла креста. Очень высокая. Значит, во всех этих залах прощания там понятно, что все сфокусировано на в возвышении, где находится гроб, да, или на алтаре. Но рядом находятся залы ожидания, так называемые, да, совершенно другие, с абсолютно другим, вот именно таким помогающим эмоциональным настроем, почти домашним. И оттуда открываются пейзажи да, из этих окон. Вот это лавочка, деревянная изогнутая лавочка. То есть это место, где должно становиться легче на душе. Это открытый двор перед капелой креста, навес, то есть как уже такой открытый зал. Значит, первым человеком, которого хранили в копыле Христа, был, был сам Асплант, да, внезапно скончавшийся. Вот э, в стене замурован его прах. Вы видите, вот там за стенкой виден край портика, который мы только что видели. И э, вот такой вид на Повиновения, поминовение открывается оттуда, да, то есть у вас срежиссирован восприятие, да, наиболее помогающим образом. Сороковой год, да? то есть началась Вторая мировая война, которую Швеция опять бы да, сохраняет нейтралитет, но э, находится, естественно, в ужасе, в тяжелом экономическом положении. Про э, убеждения, политические убеждения Аспланда, мы знаем, что он был социал-демократом и резко отрицательно относился к фашизму. В 1940 году, как вы понимаете, э, Швеция гораздо больше боится русских, которые уже давно начали воевать с Финляндией, чем немцев. Естественно, симпатии к нацизму очень распространяются. Для Аспланда это ужасно тяжело. И вот он в этот момент умирает, да, в этот момент обрывается как бы, его творческий путь, а теперь мы представляем, что, скажем, Алта или Корбюзье или Мисс Ван не сделали все, что они сделали после войны. Вот поэтому Асплонд, да, его наследие меньше, он как бы, гора гораздо тише, но при этом, помимо того, что он сам по себе чрезвычайно талантливый и интересный архитектор, вот тот импульс, который он смог придать э, шведской культуре, да, он, э, конечно, сказался очень во многом, ну и в частности в будущем успехе Икеи. Все, спасибо вам. Спасибо еще раз. Я надеюсь, кто-то подготовил вопросы. А, тяните, пожалуйста, руку, и вас я услышу. Спасибо. Спасибо большое за лекцию. Я бы хотела спросить про здание, которое было на обложке. Может, я как-то упустила его. Так, что у нас было на обложке? А, такое светящееся здание. Я, честно, не помню его в лекции. Кто-нибудь может подсказать, о чем речь? Да, кинотеатр. А? А, кинотеатр. А, наверное, это его это 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 был, был, Да. Да, конечно. Здравствуйте, спасибо большое. Может быть, можете как-то коротко объяснить, почему все-таки шведские архитекторы, да, в том числе и наш герой сегодняшней лекции? почему они вот на концептуальном уровне не признали идеи деко европейского вот этот шведский минимализм да помимо того что это протестантская страна все-таки да там есть какой-то культурный код вот как по вашему мнению почему так произошло потому что он ну его в принципе в Швеции практически нет вот так вот. спасибо большое спасибо я думаю что то что протестантская страна наверное это в первую очередь но еще да, в Швеции был чрезвычайно сильный и интересный неоклассицизм, у которого да, вот есть свое название, вот этот нортик классицизм, да, или другое название, которое по-английски звучит как Swedish Grace, да, да, вот это шведское, не знаю, грация, изящество, но еще и благодать, да. и я думаю, что вот эта альтернатива, на самом деле, что те заказчики, которые чувствовали потребность в чем-то более нарядном, да, не минималистичном, они двигались в ту сторону. И э, вполне возможно, что они ощущали вот это ардеко как действительно что-то, не знаю, французское, но, в общем, что-то, может быть, чересчур легкомысленное для Швеции. Больше нету вопросов. Ну тогда мы, наверное, поблагодарим нашу публику. Спасибо большое, что все пришли. Не забывайте, пожалуйста, следить за расписанием лекций на сайте музея. Вот еще раз вам спасибо вам большое и всем приятного вечера. Спасибо. Следующая лекция через две недели будет про итальянского архитектора Адальберто Либеру.